А у нас сегодня 28 декабря 2020 года. На улице плюс 13. День. Настоящая жара. Поэтому мы с собачками попытаемся погулять подольше. Малышей выпустила. Пищает, молодец, Феодосия. Жорик, Елисей, Юля, Жасмин, Сабина, само собой, своей персоной. Анфиска. Вот так гуляют все. Рада, что мы кушаем. Рада. Травку кушаем. Кушайте. Шинанцо, пожалуйста, смотрите. Висит умничка какая. Молодец, девочка. Умница, Шинанцо. Дома уборка. Подготовка к празднику. Генеральная. Все углы нужно помыть. Все перегородочки нужно помыть. В Новый год с чистотой. Вот. Давайте погуляем. Так, а где наши мальчики? Они уже собрались заходить. Давай, гуляем, гуляем. Филечка, Фантазия, Рошель. Все собачки на улице. Очень тепло. Поэтому, малыши, чего ты замерзла, что ли? Испугалась? Давай, гуляем, гуляем. Рошель гуляет, Юля. Филечка, Фантазия. Пойдем, бегать, 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 девочки, бегать. Скорей, скорей, скорее, побежали. Побежали, можно бегать, можно играть. Грязь месить, все равно всем мыть лапы. Не будем нервничать. А то у меня бывает, девчонки выйдут, покопают лапками. И все, все, земля приклеивается, приходится прям намывать. Так хочется, чтобы было сухо. А еще было бы лучше, если был снег. Тогда можно не мыть лапы. Ну, для нас это большая редкость. Вот ждем, ждем, когда нас Дед Мороз обрадует снегом. Вот так. Так, что мы тут уже кушаем? Что-то мы ищем, что-то кушаем. Не нужно. Шинанцо. Так, где Феодосия? Пойдем, бегом, бегом. Вот пасутся настоящие козочки. Козочки настоящие. Что вы там находите? Козочки мои красивые.